Было желание все бросить, пойти на завод. Было такое. Но это было нечасто. В очередной, пятой по счету серии фильма «Штрихи к портрету» Нурсултан Назарбаев утверждает, что не раз хотел покинуть президентский пост, но в отставку он ушел в 2019-м, после почти 30 лет пребывания на посту главы государства. О намерении передать полномочия своему ставленнику, как признается Назарбаев, он сообщил сначала российскому лидеру Путину, а затем объявил соотечественникам. Такие вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил. Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. Говорю, зачем вы же? Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы вы услышали из моих уст. И все. Больше никто из лидеров государств об этом не знал. Многие считают, что подлинного транзита власти в Казахстане не было. Назарбаев сохраняет широкие полномочия, является главой Совета Безопасности и де-факто руководит страной. В интервью он говорит, что в 2011 году у него были проблемы с позвоночником. Он перенес операцию. Информация о состоянии здоровья президента в Казахстане тайна за семью печатями. 8 марта сидели на концерте. Концерт закончился. Я встал и все, не могу переставить ногу. Что-то заклинило и все. Я офицера охраны пригласил. Сказал, стань рядом, схватил его руку, как костыль. Я говорю, давай двигаться потихоньку, чтобы люди не заметили. Полный зал. Вот так и вышел, и начал проверять. Оказалось, что у меня проблемы с позвонком. Несколько изданий писали ранее, что в 2011 году Назарбаеву сделали операцию в Гамбурге. Но Акорда тогда отвергла эту информацию, несмотря на наличие фотодоказательств, что самолет Назарбаева приземлялся в Германии. Эксперты считают, что стиль, в котором выполнен фильм о Назарбаеве, напоминает соцреализм. Журналист не задает неудобных и каверзных вопросов. Штрихи к портрету. Я не портрет, толго мистерию. Тек керек деген жерлерінен штрих жасап беріп отыр ғой. Қазақ халқының көкейінде жүрген сұрақтардың ол жерде мен ешқайсысын көре алмадым. Жай ғана тілдің өзін қазір мен қаншама проблема болып отыр. Бәрібір мынау Алланың алдында және қазақ деген ұлттың алдында жауап береді. Он обязан перед историей ответить на следующие вопросы. Сколько реально людей погибло во время декабрьских событий 86 года? Кто давал приказ Жанна Зене стрелять в народ? Кому надо было ликвидировать лидеров оппозиции и Нуркадилова, и Алтынбека Сарсембаева? Вот эти вот вопросы конкретные. Назарбаев не без гордости упоминает фильм, что получал на выборах более 90% голосов. Но ни одни выборы в стране не признавались западными наблюдателями честными и справедливыми. Ранее Госканал показал 4 серии штрихов к портрету. Назарбаев рассказывает о себе и своем президентстве. В фильме не говорится о темных страницах его правления.